Вайповая, блядь. Типа, может быть, это как дота, блядь? Да, на рейдах сливается и вайп, блядь. На серии по Майнкрафту. Вайпер, ебать. Что, что, кто? Что такое? Что робите? Что робите? Что спеваем? Все, Вадя, прогоняю, опять сейчас, сука, час затянем, блядь. Опять сейчас все сюкаться начнут, блядь, слышишь? Подожди, она блядь, мне подарила Nike, слышишь? Вместимость, блядь. Что это, нитка Nike? Ну это просто. Зубная нитка. Спрашивает, это что, нитка Nike? Цепочка. Вадя, я ревновать начинаю, блядь, все, выгоняй ее. Надень мне. А, я накину через голову, да? Ну, давай. Давай. Что это подарила тебе, Вася? Это цепка? А мне понравилось, ты просто еще про цепочки сказал, я подумала, мало ли понравится. Про цепочки? Ну да, чуть-чуть. Ну я хотел такую чисто... Ну эту... я знаю. Ой, может, не послышалось, он вроде про целочки говорил. Славная, классная цепочка. Да, очень. Классная целочка, блин. Ну, вдруг будешь носить, не знаю. Как-то она так... Как-то она так что? Да я не знаю. Что, нихуя не идет? Не знаю. Она какая-то длинная. Какая? Длинная. Блять, мне кажется, или она как корова у тебя, блядь, это знаешь, нахуй. Это что, пупок чесать, блядь? Да нет, нравится, просто она мне кажется, не идет. А может, и так сделать? Чокер? Как шлюха? Ладно, не понял, блядь, ты что на Жоржа сейчас пизданул? Ой, в смысле на меня, блядь? А почему? На меня. Амин, привет. А ты слышал, Слав? А слышал, что сказал Симпл про Жожу? Не. Что же слышал? Да, это слышал. А как ее положить, блять? Почему? Ну тебе не понравилась она, потому что. Да понравилась. Просто она как странно выглядит на мне. Строго подарит. Потому что ты ни разу не носил цепочки. Слава говорит, строго подаришь. Да не надо, зачем пусть будет? Да потом ты ее наденешь чем-нибудь другим просто. Что сделаю? Наденешь чем-нибудь другим просто. Так скажи, чтобы чек, скажи, чтобы чек оставил. Слава говорит, оставь чек. Так я сюда ее накину просто. Закинь ее сюда. Да нет, это не так носится. Закинули, бля, обещаю, закинули. Так а как мне ее носить? Ну, может, с худаком. Целуй, целуй. Целуй, целуй. А помнишь, где ты меня шиперил, уебище? Что они говорят? Да. Они говорят, ахой на цепочке. Целуй! 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 Не-не-не-не. Ну, ты как? А, надень. Слово можно, значит? Надень. Просто это как надень experience. Надень назад. Осуждаю, блин. Точнее, experience. Это что опыт, блядь. Аккуратно. Experience? Аккуратно, блядь, Наташа, нахуй. Что? Ты знаешь, что ты, блядь... Ты знаешь, она сказала... Ладно, не... Я тебе сейчас напишу ВК. Ну, а что она сказала на стриме у Макрисков? Пусть чат проголосует, вдруг сейчас. Тебе не подходит. Нет, похуй, не подходит, так не подходит. Сейчас тебе напишу. Чат, напишите, что не подходит. Просто на тебе вообще непривычно видеть цепочки. Не-не-не, ну это фильм просто описание. Типа, там был фильм, типа такой. Я, блядь, это... Ну он угорал весь фильм. В метре друг от друга. Можешь не писать уж, дядь. Ты смотрел этот фильм? Ага, да. Ты смотрел? Да нет, конечно, блядь, что это? Ну, короче, угорал, да, угорал, что там? Нет, да я... Нет, я могу рассказать, почему я угорал просто, типа... Ты... Что, ее нельзя сюда делать? Ну, типа, либо так, либо никак. Кто, блядь, сказал, нахуй? Ну, так, Диман, ты тут? Да, я текст что-то пытаюсь хотя бы как-то сообразить. Сейчас, секу. Почти. Тихо, нахуй. Тогда не слышно будет. Ну, я понимаю, что не слышно. А что он сказал? Да ничего, лучше не будем. Макриски. Пошел нахуй. Ладно, я, конечно, понимаю, что вы такие милые уёбки, блядь. Ну, может, мы уже начнём сейчас... Диман!